Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о геральдических драконах Сити. Лондонская Сити также известна под названием «Квадратная миля» и является первоначальным историческим местом Лондона. В III веке римляне построили Лондонскую стену. Это было оборонительное укрепление, построенное вокруг города. Лондонская стена является одним из крупнейших строительных проектов в Римской империи. Она стояла еще 1600 лет и определяла границы Лондонского Сити. По стене можно узнать границы современного Сити и в наши дни. К 1293 году границы Сити обозначались барами, цепями, перегораживающими улицы. Позже вместо цепей появились 7 деревянных арок. В 1672 году деревянный темпл-бар заменили воротами из портлендского камня по проекту Кристофера Рена. Через 300 лет узкие ворота стали тормозить уличное движение, и арку заменили постаментом с бронзовым драконом, символом Сити. В 1880 году по проекту Хораса Джонса установили мемориал. Мемориал выполнен в виде высокого гранитного постамента, увенчанного бронзовым крылатым драконом. Постамент украшен мраморными статуями королевы Виктории и принца Уэльского. В 1872 году королева и принц стали последними членами королевской семьи, которые въехали в Сити и еще через старые ворота. Это событие увековечено на рельефе, украшающем постамент. В настоящее время граница Сити отмечена 9 геральдическими драконами, которые держат щит и являются важным символом Лондона. Первоначально было 7 ворот Лондонского Сити, в настоящее время все снесены. Герб Сити включает в себя следующие детали. Серебряный дракон с красным языком, стоящий на одной ноге и держащий щит в передних лапах. Корпорация Лондона выбрала статую для отметки границ города в 1964 году. Герб Лондонского Сити впервые появился на городской печати в 1380 году.
Современный вид герб приобрел в 1957 году. Он представляет собой серебряный щит с красным крестом и прямым красным мечом в первой четверти. Красный крест на серебряном поле – символ Григория Победоносца, который считается покровителем Англии. Меч в первой четверти герба – символ апостола Павла. Апостол Павел с 13 века почитается как покровитель Лондона. Нашлемник и щитодержатели появились в 17 веке, но до 30 апреля 1957 года использовались неофициально, пока не были подтверждены Геральдической палатой. Щитодержателями являются драконы. На их крыльях кресты Святого Георгия. В символике древних бритов дракон олицетворяет непобедимость и независимость. Драконы на гербе изображены именно в кельтском стиле. Венчает щит серебряный рыцарский шлем с закрытым золотым забралом. Нашлемник – драконье крыло с крестом Святого Георгия. Это крыло означает власть пэров королевства. Девиз на латыни «Domine dirige nos» значит «Господь, направляй нас». На этом я и заканчиваю свой рассказ. Встретимся в следующих выпусках. Не пропустите!